Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим», с вами Анатолий Борисович. Мне часто задают вопрос вот начинающие пчеловоды. Вот я только начал заниматься пасекой, нет у меня суши. А сейчас вот идет взяток, как мне быть, если я поставлю вощину, будет ли оно работать? Ну вот я сейчас вам на своем примере покажу. Вот у меня семья. 16-рамочный улей. Вот пошел взяток, сейчас у нас подсолнух, и рамок у меня нет. Имеется в виду, суши нет. Поставил я магазин на 145, и вот видите, практически все занимаю рамками с вощиной. Обычно, когда начинается взяток главный, то можно ставить одну вощину. Суши нет, не надо беспокоиться при хорошем сильном взятке. Вот посмотрите, как у нас цветет подсолнух. Это поле зацвело всего несколько дней назад, и пчелы на нем очень активно работают. Это видно и по прилету в уликах. И вот сейчас я приехал сюда, на поле. И тут видно, как пчелки очень активно собирают нектар, пыльцу. Так что я надеюсь, урожай должен быть в этом году. По крайней мере, подсолнечный мед будет у нас. Вот так вот и вам нужно определиться, если у вас начался главный взяток. В каждом регионе свои медоносы, свои цветы. И я думаю, вы должны уже определяться, когда этот взяток начинается. Поэтому смело ставьте вощину, пчелы через... Ну, все зависит от силы семьи. Если сильная семья, они буквально через день, через два отстроят эту вощину и начнут заливать мед туда. Поэтому беспокоиться не надо. Все получится, все будет хорошо.